Министерство образования и науки Республики Дагестан с историческим парком «Россия. Моя история» совместно с Дагестанским государственным университетом с 17 по 18 мая этого года провели открытую республиканскую викторину «Знать прошлое, чтобы понимать настоящее и предвидеть будущее». Среди учащихся общеобразовательных школ, среднеспециальных учебных заведений, вышеспециальных учебных заведений, в котором активное участие принимали школьники старших классов Хасавюрта. Мы выявили из них там в конкурсе капитанов лучших знатоков этих двух этой викторины. Это первые, вторые, третьи места, которые здесь выявились. Надеюсь, педагоги тоже, здесь педагогам тоже есть тоже и благодарственные. Это за их труд, который они тоже вкладывают каждым днем, работая на нашем, как сказать, трудовом фронте тоже. Вклад в развитие духовно-нравственного и патриотического воспитания – это большой тоже труд. 6 ноября в зале городского муниципалитета состоялось награждение победителей и призеров республиканской викторины по номинациям «История России», «Культура России», «История Дагестана», «Культура Дагестана». Первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов вручил почетные грамоты лучшим знатокам и одаренным детям по итогам 2018 года. Здесь будет по 2-3 места, потому что это номинации были «История России», «Вагатова Диана», «СОШ номер 12», «СОШ номер 2», «Яхьяев Гаджимурад», «История России». Да. Помощь в проведении награждения победителей и призеров была оказана при содействии Хасавюртовского местного отделения политической партии «Единая Россия». Благодарственными письмами отметили и работу наставников, которые готовили конкурсантов. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».